Итак, сегодня тренировка бицепса. На вопросы многих наших читателей, а также любителей армрестлинга, я покажу, как правильно делать бицепс. Собственно говоря, многие спортсмены выполняют упражнения на бицепс. В некотором роде правы что до правильности выполнения, так как некоторые это делают совершенно по-другому или отлично от других. Но на какие вещи нужно обратить внимание, я сейчас вам покажу. И чем отличается, например, тренировка бицепса нашего рукоборца от, скажем, бодибилдера или там других силовых видов спорта. Итак, маленькая гантеля. Смотрите. Как правило, маленькими гантелями мы разогреваем свои мышцы. Выполнять бицепс в армрестлинге вот таким образом, упирая локоть в внутреннюю часть бедра, можно только исключительно, когда мы разогреваем наши мышцы. Но упражнение сидя, на скамье выполняя это упражнение сидя, я скажу вам честно, я не советую это делать. Но многие спортсмены, не имея возможности это делать на лавочке Скотта, или нету, например, условий делать это на столе, стараются чем-то заменить, ну и применяют, естественно, внутреннюю часть бедра как упор для своего локтя. Теперь самые основные части, которые складываются на правильность выполнения упражнения с гантелью. Итак, перейдем на лавочку Скотта, и я вам покажу, как на сегодняшний день я буду выполнять это упражнение, а потом объясню, какие упражнения и как правило, порядок и постепенность выполнения этих упражнений. Почему? Потому что, обратите внимание, снаряд, который мы выживаем, это лавочка Скотта. Я ее поднимаю на такой уровень, чтобы он был приблизительно, как, скажем, столешница стала. И теперь гантелью я поднимаю сам, беру сам. Ну, конечно, если будет побольше весов, то, понятное дело, что попрошу, чтобы мой спарринг-партнер мне подарил эту гантель. Но, тем не менее, обратите внимание, что выполняя это упражнение на лавочке Скотта, а на столе, обыкновенно, есть большая разница. И сейчас сами зададите себе вопрос, где легче выполнять или где можно применить больше тяжесть. На лавочке Скотта или больше тяжесть удерживать на столе. Итак, я сначала выполню это упражнение, а потом я вам покажу разницу между работой гантелью на столе и работой на лавочке Скотта. Итак, на чем все сначала? Прежде чем начать упражнение выполнять с прямого угла, вам нужно будет разогреться. То есть, выполнять движение нужно будет с прямой руки. Подобрать отягощение нужно будет таким образом, чтобы вы с прямой руки могли выполнять не менее, чем 10, 12, 14 повторений. Естественно, той меньшей гантели вы обязаны первые две серии разогреться как минимум, выполняя по 20
там 19-20 повторений. Теперь одна тонкость, на которую наши спортсмены, как правило, не обращают внимания, а все фильмы, которые у нас ходят по YouTube, то там нет объяснений, только каждый показывает, сколько он поднимает гантели, или там какие-то веса, килограммы и тому подобное. А отличия от одного упражнения к другому, как правило, никто не показывает. Некоторые спортсмены у нас же выполняют вот таким образом движение, тем самым руку ставить практически перпендикулярно к стулу. Что это означает? Это означает, что мы практически не нагружаем связку бицепса, не нагружаем другие связки, а просто хотим показать всем, что мы поднимаем, скажем, 100 или 120 килограммов. Но стоит этому спортсмену взять таким образом гантелью, 50-килограммовую и даже 60-килограммовую, у него уже появится проблема, потому что он не в состоянии будет это ее поднести. Итак, какие правильные хваты гантелей в армрестлинге существуют? Обратите внимание на каждую подробность, которую я сейчас покажу. Итак, бицепс выполняем вот так. Разворачиваем руку, то есть хватом средним и молотком. Естественно, рука перпендикулярно, параллельно к столу, к земле, к полу, и выполняем это движение короткими движениями вверх. Обратите внимание, что я перемещаю свой локоть сюда, и то же самое упражнение под хватом, средним хватом и молотком буду выполнять с гораздо, ну не гораздо, а скажем, на 10-15% отягощением больше. Вопрос почему? Да потому что, дорогие друзья, вы включаете до бицепса связку предплечья, а прежде всего грудь. То есть грудь, если у вас здесь все закреплено, вы практически мышцами груди подтягиваете вот сюда вверх. Это вот то движение, которое мы всегда используем на столе. Почему в таком положении спортсмены, как правило, проигрывают таким образом? Потому что они не имеют возможности подключить грудь, которая играет огромное влияние на оборонительное движение во время, как говорится, в то время, когда ваша рука находится в пружинном состоянии. А теперь еще один вопрос и одна загадка. То, что я вам задавал вопрос перед началом того, как выполнял это упражнение. Вы больше поднимете на лавочке Скотта или на столе? Так вот, на лавочке Скотта вы будете поднимать меньше, чем на столе. Почему? Да потому что вы еще помимо связки груди подключаете еще плечи. А это немаловажный момент. Поверьте мне, на столе при подключении плечей, то есть задней части, как говорится, спины, вы можете еще дополнительно от 7 до 15% больше поднимать гантели. То есть если тут вы действительно поднимаете, правильно поднимаете 50 кг, то на столе вы будете поднимать около 10 килограмм больше, то есть 60 килограмм. И это правда.